Но... А тут... Всем хай, с вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами играем в прямой сиквел игры Exit 8, которую мы с вами проходили несколько месяцев назад. Можете посмотреть ее здесь, либо по ссылке в описании. Игра называется «Платформа 8». Бесконечная платформа, где мы будем с вами искать аномалии, конечно же. Наш любимый, новый, любимый жанр ужасов — это поиск аномалий. Узнаете этого чувака? Посмотрите. Это же тот самый чел, который шел в переходе, только теперь он не такой лысый. То есть мы как бы в приквел играем сейчас с вами. Это ж сколько же он бродил по этому коридору в Exit 8, что аж полысеть успел. Сколько лет. И, погодите, я только что... Да, там еще один чел такой же сидит. Скорее всего, сейчас мы должны изучить вагон, понять, что здесь является нормальностью, и только потом идти дальше. И там вдалеке, видите, чувак еще один сидит. Он здесь везде. Я уверен, что эти волосы на голове не просто так. Скорее всего, мы будем находить лысых чуваков. Возможно, вон там он уже сидит. Ладно, давайте смотреть, что у нас тут есть. Аниме-девушка с синими волосами. Лампочки. Табло. Следующий Ryzen. Она всегда это показывает, да, только по-японски и по-английски. Потом подпрыгивающий мальчик с цифрой 8, кстати говоря. Город. Какой-то музей, я не знаю, что за музей. Потом... Ладно, просто проговариваем. Девушка, футуристичный мир или какой-то стимпанковский мир, возможно, на мотике. Просто люди. И один красный, другая девушка синяя. Девушка со смартфоном. Штука. Покемон. Не знаю, кто это. Чувак, который бреет свое лицо. Так, потом куча картинок всяких. Лошадь и много картинок. Стикеры. Изба. Ну, вроде бы все. Пойдемте дальше. Сюда нужно теперь идти. А если мы в ту сторону пошли... А, погодите, еще с этой стороны есть, видите? Блин, как много всего. Нифига, мы ускоряемся. Охренеть, мы ускоряемся. Я не запомню это все. Я просто это все не запомню. Ну ладно, пойдемте, попробуем. Ну, здрасте. Do not move when it is bright. Не двигайся, когда светло. А, идем. Тут же меня убили. Галимый скример был, как обычно, но в Exit 8 она не славится своими скримерами, а скорее просто приколом, потому что ты ищешь аномалии. Ладно, давайте попробуем еще разок. Мы все изучили, все хорошо. Сколько нужно вагонов таких пройти? Почему называется платформа 8, когда мы даже не на платформе находимся? А, мы должны прибыть на платформу 8. Окей. Смотрим. Ага, волосы, волосы. И здесь волосы. Мальчик, музей, да, 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 Ryzen есть. Ну, картинки я все запомнил. Вот тут вот я не скажу, я не уверен. Я очень сильно не уверен. Тут даже нигде, кстати, не объясняют суть игры, что нужно делать. В первой части хотя бы был туториал там, типа, поверните, не поверните. Они уповают на то, что люди уже знают. О, нет. Это плохо? Это явно плохо. Назад. Что делать? Задымление! Мы останавливаемся. Я не могу выйти. Что написано? Do not get off. Не сходи, я не буду. Чувака совсем не удивляет. Не удивляет, да, что здесь происходит? Блин, ну задумление очень реалистичное. Мы правильно сделали ведь?
Окей, видать, мы сделали верно. Это явно была аномалия. То есть, каждый вагон будет останавливаться на платформе. А почему здесь дверь уже открыта? Я не знаю. Надо догадаться, тут особенная концепция у этой игры, что-то не то. Не совсем как в первой части было. Давайте внимательно посмотрим на чувака. У него телефон, кейс. Нет носков опять. В отражении он, возможно, будет смотреть на нас. Это тоже надо учитывать. Или, может быть, в отражении вообще, в принципе, будет какая-нибудь фигура, которую мы не видим в вагоне. Это было? Вроде бы да. Open Campus. Картинки те же самые. Сто пудов. Да, они те же самые. Хорошо. Окей, я побежу. Офигеть, у нас скорость бега. Продолжаем. О, дверь! Она закрылась. Это что значит? Нет, обратно мы не можем пойти. Ладно, идем. Просто смотреть. Просто смотреть на дверь. Что она делает? Зачем? Почему? Она перестала. Может быть... Теперь мы можем пойти обратно. Оу, нет. Внимательно смотрим. Мужик все тот же. Стоп, погодите. У того в левой руке телефон, а у этого тоже в левой. Нет, все правильно. Картинки не меняются. Следующая. L2, кстати говоря, уже. Нинозука. Нам нужно дойти аж до суда, видимо. Или... Значит... Раз, два, три, четыре, пять, шесть... Да, до самого конца. Мы на вторую платформу едем уже. То бишь, все правильно мы делаем. Обратно мы пойти в любом случае не можем, поэтому давайте идем вперед. В чем здесь фишка? Мы продвинулись? Следующее Нинозука. Блин. И сейчас мы обратно тоже пойти не... Нет, мы не можем. Все, забыть про то, чтобы идти обратно. Не совсем понимаю. С одной стороны, мы не можем помечать аномалии, как в недавнем видео. Так, отражение мы посмотрели? Отражение. Окей. Я в замешательстве до сих пор не понимаю концепт игры. Идем. И все, обратно никак не уйти. Воу! Ой-ой-ой-ой-ой, мужик стоит. Ой, он без головы. Все еще L2, кстати говоря. Слушай, давай, нет, давай не беги. Давай не беги на меня, пожалуйста. Откройте дверь. Он идет. Он медленно идет сюда. Что мне делать? А, в отражении он сидит. Я не знаю, что мне делать. Это жутко. Ой, как, блин, жутко это. Что мне сделать надо? Может быть, надо в сторону отойти, вот так? Нет, вот здесь встанем. И не двигаемся. Сейчас он должен пройти до конца. Иди. Иди, дружище. Иди. Все в порядке. Да, просто прямо шагай. Шагай прямо. Умница. Умница.
И теперь мы можем... Здесь, скорее всего, мы должны именно выжить в условиях аномалии. Мы должны их пережить. Что он будет делать, интересно, теперь? Ага, он будет просто пытаться дальше идти туда. Ладно, все, мы прошли. Мы выжили! И это должен быть L3. L3, ура! Смотрите, мужик снова там сел. Окей. Значит, получается, что в этой части наша задача главная, во-первых, обнаружить аномалию. И понять, каким образом именно она угрожает нашей жизни, чтобы избежать смерти своей. Неминуемой. То есть, скорее всего, тут дело даже не в этих дурацких плакатах. Ладно, пойдемте вперед и узнаем, правильно ли мы все поняли. Слушайте. Тут кто-то есть. Надо смотреть в отражение. О! Кровавые поручни. Или мне кажется. Где он стучит? А, он с той стороны. Он заперт между вагонами. Нет, 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 нет. Я не знаю, что делать. На всякий случай, давайте попробуем назад. Да. Что же он говорит, интересно? Откроем ему? Блин, я не могу. Ой-о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 й. Не трогай! Да, и он меня убил. Ну-ка, давайте еще раз смотреть. Где подсказка? Please check electric signs. Смотрите за табличками. Вот здесь. А, тут подсказки. Как вот в тот раз, когда было задымление, нам сказали, не выходи. Тут тоже будет какая-то подсказка. Ладно, идем. Просто электронное табло нужно смотреть. Вот наша задача. Пожалуйста, покажите что-нибудь. Next Horizon. Все нормально? Все нормально? Во! Так, табло, пожалуйста, подсказочку. А! Я не вижу. Странно, с отражением очень странные дела творились только что. А, я понимаю, что если мы сейчас выйдем, то там же от вагона мы уже отцепились, а следующего, блин, надо успеть. Нам надо просто успеть добежать, я думаю. Черт, давай, гоу, не застревай. Давай, это шанс, есть. L1. Ичигасаки. Но здесь, кажется, все хорошо. У нас будет одна с аномалией, а другая с передышкой, видимо, да? Вот смотрите. Do, что? Do not look back, не смотри назад. Окей, я не буду, ни в коем случае не буду. Как это было неожиданно, неприятно. Я не мог бежать. Понимаете, в этом был страх. Хорошо. Что ж там было-то? Я просто крикнул, и от высоты моего визга аж наушник затребезжал внутри. Неприятно было. Окей, ладно, мы живы. А тут какой-то желтый плакатик висит. Это новенькое что-то. И нам не подскажут, да, что делать с этим. Пожалуйста. Do not proceed to the next card until the anomaly in this car has disappeared. Ага. Не уходите в следующий вагон, пока аномалия в этом не исчезнет. О, боже мой, вот она. Уходи. Кыш. Изыди аномалия. Отлично, мы проходим дальше. Нет. Подскажите. А, надо идти. Давайте отойдем в сторону, я думаю. Ладно, просто идем! Стоим.
Тут надо было наоборот, да. Идти, пока свет горит. Потому что она стоит, пока свет горит. Уху, еле догадался. Пожалуйста, а тут-то что? L4. Угу. Мужик, походу, вообще ни при чем. Сидите спокойно. А, нет, он уже один раз был аномалией, так что да. Тут все враг. Все повсюду, блин, враг здесь. Тут нужно внимательно смотреть не только на табло электронное, но и на любые другие подсказки, которые могут здесь быть. Они могут здесь быть повсюду. Why don't you make your own original... Ага, почему ты не сделал своего оригинального плюшевого зверька? Нет, я не хочу. Слушайте, ну здесь, по-моему, все отлично. Идем. Окей, мы живы. Так. Так. L4 по-прежнему. Стоп. В отражении все нормально. Окей, мы просто проходим. И здесь звук. Или не было звука? По-моему, не было звука. А что-то было? Ладно, видимо, это тоже хороший вагончик. Так. Ну что теперь? Мужик исчез. Он стоит... Он стоит с той стороны. Между вагонами. Стрёмно. Подскажите, что делать? Я не знаю, что делать. Блин, может быть, к нему нужно подойти? Тут подсказок тоже нет. Ладно, идем к нему. В отражении его тоже нету, кстати говоря. О, блин! Скорей! Скорей! Почему-то я подозревал, что такое может быть. А, эта игра нервишки щекочет. Даже больше, чем первая часть. Мы уже на L5, представьте себе. L5. Станция называется Ицузухара. Ицузухара. Есть ли тут подсказки? Или это спокойный вагон? Это вагон спокойный. Ну ладно, идем. Следующий. Угу. Да. Все еще L5. Ты не смотришь на меня, нет? Я теперь не доверяю мужику. Здесь точно что-то есть. Я не верю. Слишком просто все это кажется. Нет, здесь, правда, ничего не было. Идем. Оу, 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 о! 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 Скорей! О, хорошо. Мы выжили. Все дело в скорости и в реакции. Муге, L6. Ой, только бы не запороться. Так хорошо идем. Но тут явно чистый вагон. А вот здесь тут нужно всегда пристально смотреть на отражение. Потому что, возможно, я увижу какого-нибудь призрака, который стоит где-то. И мне нужно будет обязательно его обойти. По-моему, в этом вагоне целых два мужика. Погодите, там два мужика или это отражение того мужика? Это, возможно, отражение. Ой, ой, опять. Что делать? Что мне делать?
Что мне делать? Стоп! Подскажите! Do not... Не смотри! Do not look! Не смотреть на него! Попробую. Правильно? Не смотри. На дядю не смотреть. Вот так пройдем. Хорошо. Окей, отлично. Получается неплохо. 7. L7. Последний вагон надо пройти. И потом еще один пройти. Но здесь вроде бы все нормально. Вроде бы нет ничего угрожающего. Ничего мерзкого, омерзительного, богопротивного ничего нету здесь. Идем. Так. Скорее всего, мне не нужно трогать этих неприятных людей. Давайте не будем их трогать. Мужик невозмутим. Стараемся, очень стараемся пройти мимо них, не задев. Я понимаю, как это неприятно, когда тебя задевают в метро. Жуткий эффект. Они как будто 2D-шные, но ты можешь их обойти со всех сторон, рассмотреть. Интересный эффект. Ладно. Мы прошли! Есть! L8. Хачибан. Станция Хачибан. Вот сюда нам надо. И получается, что потом, когда мы сойдем на нее, начнется игра Exit 8. Просто проходим. О! Нет. Нет. Кто-то идет? Я не понимаю. И подсказки нету. Может быть, обратно просто? Блин. В отражении я никого не вижу. Никто не движется на меня. Мужик, встань, проверь, сходи, пожалуйста. Ну, сколько можно сидеть в телефоне? Он у тебя выключен. Он настолько не хочет со мной иметь дело, вообще общаться и смотреть на меня, что даже готов смотреть в черный экран телефона. Я не знаю, вот это меня очень сильно смущает. Слушайте. Дыхало. Дыхало какое-то. Ага. Он закрыл. Мы переждали. Аномалия исчезла. Видимо, да. Есть! Мы в молоке. Хачибан L8. Там еще, правда, есть, я вижу. И что мне делать? Слушай, там еще есть, я вижу. Ну ладно, пойдемте. Got off the train. Отлично. Это первая концовка. У нас же явно был еще выбор не сходить с поезда. Теперь мы снова здесь. Аномалий 19. Это что, статистика? 19 аномалий. Хорошо. Получается, мы начинаем снова. Тихо. Ой. Ой, это не это. Жутковато было. Аномалий 19 опять. Ой-ой-ой-ой-ой. Бросьте. Перестаньте. Просто проходим. Аномалия 18. Мы продолжаем. Игра не закончилась, нифига. Нам нужно пережить 18 аномалий, получается, теперь. Вон, там вижу, что-то есть. Да, получается. Не проходите, пока аномалия не исчезнет. И здесь аномалия... какая-то
какая-то есть. Я просто не вижу ее. Ага. Я должен ее увидеть обязательно? Или просто я могу стоять, тупить и ждать? А, вот она! Да, просто плакат. Все. Вали, вали, вали отсюда. Отлично. Итак, аномалия 17. Неожиданный поворот игры. Тут, получается, сам геймплей-то не поменялся, но... Однако, вот теперь у нас как бы цель другая совсем, как будто. 17 аномалий нужно пережить, это много. Добрый день. Это что за проявочная комната? Я не хочу. Я не хочу, чтобы меня сейчас тут убили. И подсказок нету никаких больше. Ну-ка, а что если обратно пойти? Не, он не может так на самом деле сделать. Обратно нас никогда не пустят. Дядя? Сидит просто. И ничего юзать нельзя. Вот непонятно, проходить вперед или нет. Я предлагаю подождать еще 10 секунд. Раз, два... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Окей. Я не понял. Но мы прошли дальше, аномалия 16. А может быть, сейчас мы как бы просто бонусом смотрим все аномалии, которые есть в игре? Оу. О, боже мой. Оу! При этом мы продолжаем ехать. Успею! Оп! Черт, надо было дальше бежать. А! Это жутко. Я как будто в атаке титанов оказался. Ладно, давай следующее, что там будет? О! Справа теперь. О! Да, я боялся, что он может вот сюда попытаться руку просунуть. Побежали! Есть! Аномалия 15. Идем. Так. В чем здесь подвох? Видать, ни в чем. Продолжаем. Ты смотрел на меня сейчас? Или мне показалось? Ну? Подскажите, что делать? Подскажите, что делать? Дверь открыта. Дверь приоткрыта. Я туда не пойду. О! О! А! Блин! В какую сторону? Это что? Там вагон? А тут? Нет. Ладно, нужно, получается, пойти туда, где нету фигуры никакой страшной. Здесь я не вижу никого. И вот здесь страшно. Вот надо, значит, сюда идем. Идем сюда. Мать. Маменька. Есть! Я правильно сообразил. Аномалия 14. Гоу дальше. Да чтоб тебе... идем. Просто идем. Просто идем. Так. Что вы хотите сделать со мной? М? Или что я должен сделать с вами?
Может быть, выбрать какой-то манекен трушный? Тут мне отражение поможет в этом, или как? Оу! Здесь свободное место. Может быть... Так, мужик, сейчас в отражении. Может быть, сесть нужно? Так, чего? Что? Что за звук был? Встаем? Дверь открылась. Ага, надо было просто составить компанию манекенам, и все разрешилось само собой. 13. О, нет, это нехорошо, это аномально, это аномалия всего. Все это неправильно, тут ветер не должен дуть так сильно. Мужик отражается. А в чем суть этой аномалии? Погодите. Be careful for anomalies. Берегись аномалии. Я берегусь. Типа... Что, и там, да, то же самое? А, нет, все, нормально. 12. Но они же никак мне не угрожали. Из всех аномалий, что мы видели, пока что две вроде бы угрожали мне. Это рука гигантская и когда нужно было из вагона выйти в другие вагоны. Вот здесь что будет у нас? В чем подвох? Берегись аномалий. Каких? Их здесь нет. Их ведь здесь нет? Ладно, пойдемте отсюда. Вот, пролаг случился, потому что там что-то есть. Нужно подождать, пока какая-то аномалия не исчезнет. Давайте сначала ее обнаружим. Здесь хорошо? Хорошо. А что ж ты от меня хочешь? Тут же все хорошо везде. О! Неприятная женщина. О, еще одна неприятная женщина. Что делать? Не смотри назад. Побежали. Одиннадцать. Все хорошо? Мы не сдохли? Погодите, please check electrics. А. О, боже мой. Это девочка. Нужно бежать, когда свет выключается, да? По-моему. Я помню тебя, маленькая гребаная девочка. Чё ты хочешь от меня? Нет. В этот раз... Найди меня. А, девочка всегда разные приколюхи подкидывает. А, я тебя нашел. Привет. И чё? Все? Можно идти? Есть. Аномалия 10. Тут тоже какая-то аномалия есть, которую надо дождаться. Вот. Все, я тебя нашел, уходи. Я не могу понять, вот с той девушкой, точнее, женщиной, на которую нельзя было оборачиваться назад, я победил. Она меня вроде как схватила, но она не убила почему-то. Не понял, в чем прикол. Да, просто идем. По-моему, всегда есть вагон с передышкой, а вот здесь какая-то неприятность меня ждет. Какая-то маленькая неприятность. В чем она заключается? Ты будешь неприятно. Вот это было неожиданно. Жутковато. У меня теперь все пятки, видимо, в крови, потому что я по стеклу ходил. Аномалия 8.
Дальше. Аномалия 8, она здесь будет. Она должна быть сейчас. Должна ли она быть? Или это... Или это вагон, который хороший? Это вагон, который хороший. Stop. Don't move when it is bright. Вот. Идем, идем, идем. Стоп, стоим. Я думаю, даже бежать не нужно. Ага. Давай. Идем. Осторожней. Как мало времени даю, чтобы пойти. И как долго стоять надо. Я какой-то маньяк. Подхожу к девушке сзади. К маленькой. Ха. Она исчезла? Я вошел. Нет, нет, я не буду договаривать фразу. Здесь точно все окей. Идем, побежали. У нас осталось 7 аномалий. Аномалия 7. Проходим дальше. Здесь что? Слышь? Вот! Не открывай. Просто не открывать. Ну, я уже понял. Я в прошлый раз открыл и подох. Да, ну а что мне делать-то? Может быть, просто подождать? Я тебя не открою. Нет. Даже не проси. Я уже тебя один раз открыл, и ты что со мной сделал, помнишь? Ты предал меня. Предал мое доверие. Ой, жалобный голос какой. Нет. Нет. А нефиг туда было выходить. Долго он, интересно, будет так стоять? Ладно, сяду пока. Такой чисто безучастный пассажир, просто сижу. Мне пофигу, я еду куда мне надо. Прикиньте, я сел, и он исчез. Ладно. Итак, аномалия 6. Осталось 6 аномалий всего. Опа, еще одна аномалия, которую нужно найти сначала, чтобы она исчезла. Они ни разу еще не отыграли чувака в зеркале. Я ждал этого. Ой, 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 вставай, вставай, вставай. Забавно, что тут можно сесть на абсолютно любое место. Ты всегда была такой? Да, она всегда была удивленной. В чем же аномалия заключается здесь? Так. Чего-то я не вижу. Может быть, все-таки ты? Может быть, все-таки ты? Я не понимаю, что нужно. Есть верхние полки еще, но... На них тоже ничего нет. Чувствую себя глупо. Я хожу здесь и не вижу ничего. Тут нет аномалий. Но этот плакатик говорит, что есть. Стоп, вот ты где! Фиг заметишь. Воу, 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 воу. Это неприлично. Перестань меня снимать. Так, давай удаляй. Быстро удаляй, при мне удаляй. Ну. Гад. Я тоже так могу. Я тоже могу играть в эту игру. Вот, все, я тебя снял. Я тебя снял. Ты попадешь... Не знаю, куда ты попадешь. Часто люди начинают вот так вот снимать друг друга, особенно в спорных, конфликтных ситуациях. И я всегда думаю, а для чего? Чтобы что? Если вдруг поножовщина начнется, и ты мог такое доказательство показать, это тоже нормальный вагон, значит здесь будет что-то. Во! Щит! Тут есть подсказки? Видимо, просто бегу, да? Да. Ура! Аномалия 3! Во! Это кожа. Это огромная чья-то кожа. Это лицо!
Это глаза! Это глаза заглядывают сюда. Так, ну я вряд ли что-то могу сделать с этим. Надо просто избавиться от этого взгляда гнетущего и просто идти дальше. О! Не смотри назад. Подожди, правда? Стоп. Не А! Не Back, а Don't Look Away. Надо продолжать смотреть на нее, несмотря ни на что. А как мне? Здесь-то придется. Окей. Окей. Мы выжили. Аномалия 1. Что? 8, 9, 4. Чего? 8, 9, 4. Че? 9 туда. 8 в дверь. Вот это очень сложно. Я не понимать. Мы должны сначала 4 туда, 8, 9 обратно. 8 туда, и потом только дверь. А что такое 4? И 9, и 8. Нужна подсказка. Тут где-то есть цифры? 8, например. А что здесь четверка? Блин. Что-то очень сложное. Погодите. 1 умножить на 2, а 2 умножить на 3, 6. Да? Или это плюс? 1 плюс 2, 3, плюс 3, 6. То же самое. Это, я думал, может быть, тут каким-то образом складываются числа. Да нет. Значит, мы смотрим. 8 вот здесь. Что? 4, 9, 8 и... Может быть, шагов? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Э? А! Нет! Нет, я не понимаю. Я вообще в правильную сторону думал. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Или, может, имеется в виду, что нам нужно дернуть за дверь 4 раза, 9 и 8. Либо, наоборот, 8, 9, 4. Давайте попробуем сверху вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Потом 9 и эту дверь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре. Да! Есть! Есть! Прекрасно! Смотрите, это же была последняя аномалия. Аномалия 8. Мы тормозим. Платформа 8. О, мой... О, поезд исчез. Желтая линия. Ну-ка, если в эту сторону пойти. Страшно. О, не говорите мне, только не говорите мне, что сейчас. Что именно сейчас? В какую сторону дойти? Допустим, вот в это. Мы с вами пойдем и окажемся в игре Exit 8. И идет мужик. А, да. Да-да-да, хорошо. Вот это было очень хорошо. Я все-таки угадал, оказывается, мы играли в приквел. И игра реально крутая. Мне первая все-таки больше понравилась, наверное, из-за того, что она была свежее. Мне это было новое что-то, типа, о, надо искать аномалии, иначе жопа. Вот, здесь тебе не нужно было внимательным быть. Здесь скорее нужно было просто... Ну, не сдохнуть. Подсказки все были, ничего особо выдумывать не нужно было, кроме как последняя загадка немножко меня в тупёж кинула. Но там в итоге я додумался, что двери надо подергать. Данная игра была очень простой. Вот это, наверное, немножко зафейлило мне. Но аномалии были сами по себе интересные. И прикольно, что они подогнали сюжет под Exit 8. Возможно, они еще какую-то игру в этой вселенной выпустят, и мы там будем
понимать, какой долгий путь чувак проделывает каждый раз с работы домой, чтобы добраться. Я надеюсь, что вам понравилось, друзья. Если так, то поставьте лайк. Если вы поставите дизлайк, то вы спровоцируете появление аномалий, и ваша жизнь превратится в ад. Пожалуйста, не делайте этого, я переживаю за вас. Ну а с вами был Юджин. Люблю вас всех, обожаю, целую, обнимаю. И я очень, друзья, надеюсь, если вот все, кто сейчас смотрит, и кто не выключил прощалку, самые трушные подписчики, кто еще не выключил. Я надеюсь, что в скором времени смогу дать вам интересный анонс. Надеюсь. Пока ничего не обещаю, но очень надеюсь. Поэтому следите за моими видосами. Или за соцсетями, за телеграмом. Вот он будет тоже в описании. Подписывайтесь на телегу. С вами Юджин, еще раз. А, горло болит, не знаю почему. Аномалия какая-то. Всем пять!